На связи Остап Бондаренко, и в данном видео мы с вами разберем еще один источник дохода. В данном случае это сеть LeoPipes, социальная сеть с автомайнингом. Плюсы данной платформы. Здесь можно совершенно бесплатно зарегистрироваться, и сразу после правильной регистрации вам будет включен автомайнинг. Не пугайтесь этого слова. Здесь не нужно изучать никакие блокчейны, никакие криптовалюты. Просто здесь за то, что вы находитесь на социальной сети, проявляете активность, вам будет начисляться криптовалюта этой данной социальной сети. Это не браузерное расширение, которое грузит ваш компьютер. Здесь вы совершенно никакую нагрузку на компьютер не испытаете. Здесь просто за то, что вы находитесь на платформе, заполняете какие-то поля, даете кому-то ответы, добавляетесь в друзья и так далее. За это вам ускоряется и еще больше набегает криптовалюты. Если вы просто держите открытую вкладочку, потихонечку, пока не закрыли ее, вам набегает криптовалюта, работает счетчик. Следующее плюс данной платформы — это функционал социальной сети. То есть вы, как и ВКонтакте, Facebook и так далее, здесь можете заводить группы по интересам, общаться, писать посты, привлекать подписчиков, рекламировать товары, услуги и так далее. Следующий момент. В этой социальной сети, на этой платформе можно обучаться, как продвигать свои проекты. Есть уроки, есть программы, обучающие курсы, которые можно изучать. Часть их совершенно бесплатно, часть уже на платном аккаунте. Потом на этой платформе также включена в себя структура MLM. То есть здесь еще есть функционал, когда вы выстраиваете структуру. Получается, здесь сразу 4 разных направления. Итак, давайте рассмотрим, как же войти и зарегистрироваться. Нажимаем на кнопку под видео, переходим на данный сайт, нажимаем «Войти». Здесь вверху есть кнопочка «Регистрация». Нажимаем «Регистрация», вводим логин английскими буквами без пробелов, вводим электронную почту, желательно на Gmail, вводим логин партнера, который вас пригласил, если он не появился автоматически. Если вы перешли по моей партнерской ссылке, то, соответственно, логин у вас должен появиться здесь автоматически в Рабуни. Выглядит следующим образом. Если пришли от меня, если вы пришли от моего партнера, то, соответственно, здесь будет логин моего партнера. Дальше. Вводите кошелек платежной системы Payeer. Если у вас нет кошелька платежной системы Payeer, нажимаете «Создать кошелек». Открывается новая вкладка. Еще раз нажимаете на кнопку «Создать кошелек». Здесь пишете свой e-mail, код безопасности. Соответственно, дальше следуете необходимым инструкциям. Вам приходит на почту инструкции, вы читаете и продолжаете. Как только вы зарегистрировали свой кошелек, вы берете номер этого кошелька, вот таким образом выглядит, и вводите вот сюда. После этого нажимаете «Согласен» и нажимаете «Регистрация». Проверьте папку «Спам», если письма нет во входящих. После того, как вы вошли на платформу, сейчас я вышел из своего аккаунта, и чтобы войти, я ввожу логин и пароль, на который регистрировался, нажимаю «Вход». Все, мы правильно зарегистрировались. Здесь у вас везде будут нули. Здесь у вас как раз таки начнет майниться криптовалюта. То есть вы находитесь на данной вкладке. Вы потом в дальнейшем по моему видеоинструкции будете определенную работу выполнять, в социальную сеть заходить, обучаться и так далее, работать здесь, и у вас майнится криптовалюта. Потом вы можете заниматься другими делами, главное не закрывать вот эту вкладочку, можете сворачивать браузер, можете заниматься вашими повседневными делами, и когда уже выключаете компьютер, тогда уже закрываете все. Потом не забывайте, когда включаете компьютер, опять открыть эту вкладку, чтобы она была открытая, чтобы у вас бежал счетчик. То есть это совершенно пассивный доход. Майнится монетка. На данный момент она что-то в районе на вывод 8 рублей. Вообще общая стоимость, говорят, в районе 30 рублей. Но дело в том, что когда я записываю это видео, эта монетка только начинает развиваться и только начинает набирать обороты. Планируется в сентябре выход на биржу и ожидается многократный рост стоимости монеты. Создатели сервиса говорят, что вот здесь будет раз в 10 майниться быстрее. То есть, если сейчас в среднем, когда вы работаете, может быть, набегает там от рубля до 3 рублей в день вам как бы немного, то
Если в 10 раз, это в принципе 10, 30, может быть 40, 50 рублей в день будет набегать. Это уже посерьезнее. То есть монетка только появляется, только сейчас заходит в эту социальную сеть со своей криптовалютой. Итак, давайте рассмотрим, что же здесь у нас есть. Сейчас мы в первой части видео рассмотрим функционал социальной сети, рассмотрим, какие шаги первые сделать для того, чтобы нам, как людям, которые хотят зарабатывать в интернете, отсюда начинать набирать подписчиков, здесь начинать доносить свои продукты правильно и, соответственно, какие инструменты здесь есть бесплатные на бесплатном аккаунте. В следующем видео мы уже рассмотрим следующую часть этой платформы. Это уже именно сетевая структура и платные тарифы, которые здесь есть, какие возможности они открывают. Здесь у нас есть под логотипом LeoPies надпись «Мой профиль». Нажимаем на надпись «Мой профиль» и попадаем в свою социальную сеть. Я уже поставил здесь себе картинку и написал 3 поста. Какие вам нужно первые действия сделать? Кликнуть вот здесь на фотографии. Загрузить будет здесь фотографию, кнопочка. Загрузите фотографию вашу, растяните, чтобы она хорошо выделилась, и сохраните, соответственно, миниатюру. Фотография появится здесь. Ваше лицо есть. Теперь нам нужно перейти. Вот здесь будет колесико. Нажмете «Изменить обложку» и загрузите свою фотографию обложки. То есть свою вот эту картиночку. С вашим предложением, с вашим заинтересовавшим, кто приходит на вашу страничку, каким-то лозунгом. Теперь внизу здесь пишите «Поделиться» и пишите 3 самых актуальных поста. Можно 1, 2, но я написал 3. Например, серия вебинара «Уверенность старше 7 шагов» перед запуском бесплатного тренинга. Провожу вебинары, потом буду набирать людей в тренинг. Я его здесь разместил и картиночку добавил, и ссылочки, соответственно, подписался. А ниже сделал бесплатный тренинг «Первые деньги в интернете». Серия вебинаров, потом будет тренинг, чтобы люди регистрировались. И на страницу регистрации. И ниже я сделал «Предлагаю присоединиться к нашему закрытому клубу». Как раз таки в этом комплекте, который вы сейчас проходите, в нем и есть урок по клубу. И вот здесь мы как раз таки тоже рекламируем, продвигаем уже ту настроенную страничку клуба, которая у вас есть. То есть страничка с видео, где Евгений Ванин приглашает в клуб, соответственно, внизу стоит кнопочка. То есть на нее предлагаю присоединиться к клубу, объясняю, что здесь какие преимущества. И, соответственно, можно давать на страничку, где Евгений Ванин говорит, можно на какой-то ваш видеообзор, либо на какой-то мой видеообзор, где я показываю, что внутри клуба, и объясняю его преимущества, чтобы мотивировать тем самым ваших подписчиков, партнеров, которые сюда будут заходить, смотреть на ваш профиль, присоединиться к клубу. И ставим картиночку. Когда мы это сделали, мы должны нажать вот здесь крестик вверху. Сейчас здесь написано «Отменить статус». Давайте я нажму где-нибудь на другой статье. Давайте я сейчас статус отменю и покажу, как это будет. Сейчас статус отменяю. Все, статус отменил. Видите, пост сверху пропал. Что значит, я сейчас хочу сделать, что значит эта стрелочка? Значит, я этот пост закрепил сверху. Когда мы пишем посты, они потихоньку уходят вниз. Для того, чтобы 3 главных поста закрепить наверху, или 2, или 1, нам нужно, соответственно, проделать следующие действия. Сейчас найду тот пост, который я открепил. Здесь проходят все события, картинки и так далее. Это картиночка. И вот он пост, который я открепил. Предположим, вы написали пост. Вы нажимаете на треугольник и нажимаете «Выделить это». Это значит, вы закрепите. Нажимаю «Выделить это» и смотрим, что происходит. Пост закрепляется вверху. Так, закрепляем желательно 3 поста. Либо с вашими предложениями, либо с партнерскими, с теми предложениями, которые вы хотите продвигать. После этого нажимаем «Все пользователи» и начинаем добавлять себе друзей. Смотрим, выделяем тех, кто сейчас в сети, сейчас онлайн. Добавить друзья можно вот так навести на аватарку и посмотреть. Можно прям кликнуть и перейти посмотреть в профиль на человека. Вот такая заставка у вас будет стоять по умолчанию. Мы ее убрали, на которую приятно смотреть. И смотрим, чем человек занимается. Ну, как правило, здесь социальная сеть для сетевиков, либо для тех, кто зарабатывает в интернете. Так, вот так выглядит человек. Меня устраивает, я нажимаю «Добавить друзья». Подтверждаю «Добавить друзья». Все, и нажимаю «Закрыть». Давайте я возвращаюсь на «Все пользователи».
В принципе, как делаю я. Здесь можно с аватаром. Сейчас онлайн, новые по алфавиту и кто-кто тут. Я нажимаю сейчас онлайн. И я делаю как? Я просто беру и добавляю в друзья. Если смотрю, фотография нормальная, добавляю в друзья. Если такие картиночки, я сперва добавляю всех с фотографиями, потом добавляю уже всех с картиночками. Вот топ. У меня в друзьях, видите, вот нормальная фотография. Я навел, появилась картинка, поделюсь секретами заработка в интернет. Добавить друзья. То есть, что это нам даст? Приходит человеку вот такая заявка, как мне сейчас, что такой-то человек просит добавить друзья. Соответственно, можно отказать, можно одобрить. Я из Германии, веселый женерал, с вами буду рад новым знакомствам. То есть, приветствую, я хотел бы вас добавить в свои друзья. Это сообщение пишется, когда у вас какая-то форма. Попрошу добавить друзья. По умолчанию приветствие. Ну вот, человек поменял на свое. Вы можете тоже поменять на свое, если хотите. Можно перейти, посмотреть, можно добавить. Соответственно, если мы переходим, мы видим, чем человек занимается. Я сейчас, чтобы не терять время, просто нажму «Одобрить». Можно нажать и «Одобрить». Соответственно, в любом случае, какая-то часть людей будет переходить, смотреть, чем вы занимаетесь, кто вы такой. Соответственно, у вас будет правильно оформлена стена с постами. И кого заинтересует о всей тематике заработка бизнеса в интернет, соответственно, вы привлечете себе либо подписчика, либо партнера, либо покупателя продукта своего, либо партнерства. Вот таким образом действуем. Добавить можно 50 человек в день. После того, как мы это сделали, возвращаемся на свой профиль. Смотрим, если у нас все правильно, вот эти все добавления, с кем вы дружите, ниже ваших картиночек, они закрепились, значит все отлично. Если нет, значит смотрите, чтобы у вас была красненькая надпись. Открепите, еще раз закрепите, чтобы вот так вот они вверху висели. Все остальные события должны проходить ниже. Все, у нас все нормально, мы проверили. Дальше. Если у вас кто-то добавляется в друзья и какой-то из ваших друзей проводит какое-то действие на платформе, здесь вот приглашают вас в группе или что-то еще происходит, кто-то сам пишет посты в группе и так далее. То есть здесь можно смотреть события. Теперь. Нам нужны группы. Нажимаем «Все группы» и ищем тематические группы по заработку. Смешные картинки, я миллионер. Мне нужна группа «Легальный заработок без вложений». Нужна группа какая-нибудь, где у нас открытая стена идет. Чтобы в этой группе могли написать свое сообщение. Соответственно, мы ищем группу. Подобные данные группы можно найти, видите. Это подробные данные. Это он о себе описание написал. Можно присоединиться к группе. Давайте попробуем. Может быть, стена откроется, если я присоединюсь. И, соответственно, удалиться из группы. Насколько я вижу, здесь идут посты. Присоединился к группе. Вот, поделись своими мыслями. Появилось. Отлично. Вот сюда мы вставляем свое предложение. То есть мы присоединились к группе и вставляем свое предложение. Видно, здесь стоит ограничение. Писать могут только участники группы. Есть некоторые группы с открытыми стенами, где писать можно сразу не вступив в группу. Но мы, конечно, вступаем, потому что нам нужно быть участником группы. Вот все пользователи, можем пройти их тоже, добавить друзья. Вот если видите, наводите «добавить друзья». Вот так, «добавить». И так далее. Например, еще наведу вот сюда. Человек у меня в друзьях. «Добавить друзья». Нажимаю. Здесь могу подправить сообщение, какое я хочу, если стандартно мне не подходит. Если подходит, нажимаю «Добавить друзья». Закрыть. Вот так. Это если не исчерпал лимит 50 друзей. После этого я пишу здесь свое сообщение какое-то и, соответственно, отправляю его в группу. И оно здесь в группе постится. И все участники группы, во-первых, получают оповещение сюда, что вышел какой-то пост человека. Во-вторых, когда заходят в группу, могут прочитать. Таких сообщений, оповещений можно сделать 10 штук. Как мне написал специалист технической поддержки, мне сказали, что можно максимум 10 сообщений делать в день и максимум 50 друзей пригласить. Больше никаких ограничений нет. Никто здесь вас банить ни за что не будет, в отличие от ВКонтакте и так далее. Первые действия. Еще раз повторю в конце для закрепления. Когда вы сюда пришли, зарегистрировались, самое первое, приводите в порядок свой профиль, ставите картинку, обложку. Пишите 3 поста, можно 1, можно 2, но лучше 3, закрепляйте их, можно добавить
видео несколько, и, соответственно, у вас получается такая страничка. Это первичные действия. Перед тем, как приглашать друзей, я такой момент забыл сказать, вам надо зайти в свой профиль, редактировать профиль и заполнить профиль, заполнить поля данных, то есть информация. Кто вы, что вы, то, что считаете нужным, заполняете по максимуму. Вот, и нажимаете «Сохранить изменения». Для того, чтобы человек, когда пришел, посмотрел о вас, чтобы было видно, и были еще ссылочки на ваши социальные сети, на ваш сайт и так далее. Все это мы видим, ваши предпочтения, и уведомления, включить, отключить. Дальше. Медиа-центр. Мои фото, мои видео загрузить, фотоальбом, и можно найти какое-то видео. Группы. Все группы, новинки моей группы. Группы на рассмотрении, которые приходят вам в заявки и так далее. Фотогруппы, фотогруппы. Друзья. Отправленные запросы, друзья, заявки на рассмотрение. Мероприятия. Можно посмотреть ваши мероприятия, можно создать новое какое-то мероприятие. Все пользователи. Можно найти кого-то пользователя, если знаете имя, фамилия или ник этого пользователя. И чат. Когда вам кто-то пишет, вот здесь переписка, она в чате ведется. То есть вы прям в чате, открывается окошко, и в этом окошке ведется переписка с тем человеком, который написал сообщение. Вот как в данном случае. Здесь можно опуститься ниже чуть-чуть, ответить и, соответственно, отправить. Вот такой профиль. Теперь, что касается данной соцсети части, мы рассмотрели. Я сказал, что делать первыми шагами. И это делать нужно будет каждый день. То есть каждый день заходите в вашу работу и, соответственно, добавляйте 50 друзей, пишите посты по группам. И дальше уже можете создавать свою группу, добавлять видео. В общем, обычную работу проводить здесь. Как в социальной сети. Из-за этого вам начисляется, майнится криптовалюта данной соцсети. Теперь давайте рассмотрим полностью весь сайт, что где находится и какие плюсы есть на бесплатном аккаунте. Что вы получаете? Во-первых, когда вы привлекаете сюда партнеров, то есть в данном курсе, который мы проходим, люди будут подписываться на бесплатную подписную и постепенно подходить к этому уроку. Регистрироваться здесь уже по вашей партнерской ссылке, если вы, конечно, после вот этого прохождения обучения возьмете и настроите себе готовый комплект, который можно получить только в закрытом клубе. Доступ первую неделю, это 65 рублей всего лишь. За клубом данный комплект продается за 1500 рублей, я напомню. Итак, если вы в клубе, вы скачиваете комплект и настраиваете. Тут стоит ваша ссылочка, и человек переходит и становится под вас. У него майнится криптовалюта, и вы получаете 5% от майнинга каждого привлеченного пользователя. 5% от того, что у него намайнилось, вам сюда прибавляется. Это можно посмотреть «Моя команда» в разделе «Мой бизнес-кабинет», «Моя команда». Давайте сейчас перейдем, глянем на этом аккаунте. Я его недавно завел и посмотрим. У меня на тариф бесплатно пришло 18 партнеров, соответственно, приглашенных мной лично в этот тариф. Здесь мы видим спонсор выше меня и спонсор, вот этот человек меня приглашает. Вот этот человек его пригласил, и вот этот человек пригласил этого человека. То есть линейка ваших спонсоров, кто выше вас стоит. Здесь все. Также мы можем нажать реферальная ссылка и увидеть свою реферальную ссылку. Берем верхнюю ссылочку на страничку такую, на какую попадали вы. Потому что нижняя страничка это ICQ, это что касаемо криптовалюты. Здесь больше рассказывается со стороны криптовалюты. Но так как у нас идет заработок в интернете и все остальное, то нам интереснее вот здесь привлекать трафик. Мы привлекаем на мою ссылку, а не на вспомогательную. Вот моя ссылка на нее. Соответственно, ее вставляем в готовый комплект, на нее привлекаем. Здесь видно, сколько у вас переходов было. И здесь можно сгенерировать ссылку на любую страничку. Вот я взял ссылку на свой профиль, соответственно, вставил, сгенерировал, и получилась ссылочка вот такая, партнерская. Я могу теперь отдавать, и человек сразу попадет на ту страницу, на которую я хотел ему показать, соответственно, засчитается моим партнером. Но чтобы не было глюков, рекомендую ввести на главную страницу вот сюда, по главной ссылке. Здесь есть видеоинструкция. Как сгенерировать ссылку, я вам только что рассказал. И в принципе здесь пока все. Давайте рассмотрим. Бизнес-кабинет. Нажимаем бизнес-кабинет, прямо название. Нас перебрасывает в бизнес-кабинет. Здесь мы видим, сколько человек вам пришло, какой у вас доход. Это в рублях от структуры сетевой, я вам в этом расскажу. А это сколько намайнилось монеток. LP Coin называется. Дальше. Мои реферальные ссылки. Всего 73 перехода было. Можно смотреть подробнее статистику. Теперь, здесь есть платный тариф старт, я расскажу о нем, 50 рублей. И здесь есть платный тариф, который у меня сейчас активен, за 500 рублей вебинар. Тоже расскажу, что это такое. Но мне активен сейчас и вот этот тариф, и вот этот тариф. Дело в том, что вот этот тариф, можно купить его отдельно,
а также он может активироваться на 1 месяц. Вот этот тариф на 50 рублей активируется на все время. Вы раз платите 50 рублей и активируется. Но об этом расскажу чуть позже. Итак, дальше идем. Финансовый кабинет смотрим. В финансовый кабинет у нас расположены наши, сколько всего доступно монет для покупки, если вы хотите купить эту монету. Сколько вот, всего и сколько для покупки. То есть монета развивается, и для ICO, чтобы монета вошла в цену и набрала определенную силу, нужно купить определенное количество. Оно как бы, это как бы как акции. И после того, как пройдет ICO монета, она выходит на биржу торговаться. И на бирже, если есть под нее хорошее обеспечение, она идет резко в рост. То есть может вырасти в 100, в 200, в 300, в 400 раз. Может вырасти там в 2-3 раза. Да? Но, как я подозреваю, социальная сеть это очень сильная, много партнеров, обеспечение хорошее, монета может прыгнуть в 100 раз. Например, если вы купили монету, вложились на 1000 рублей, купили монет, монета выходит на бирже, заканчивается ICO и начинается подъем роста. Монета прыгает на 100 вверх, и вы получается вместо 1000 получаете дохода 100 тысяч. Это я примерно объяснил, чтобы вы понимали. Очень грубо так, конечно, но более-менее понятно. Сейчас очень интересно, очень выгодно, когда начинает платформа это работать. Вот, до 9 сентября я записываю видео. Сейчас у нас еще идет только начало августа месяца, поэтому не знаю, когда вы смотрите эти уроки, но в данный момент записи видео монетка еще не вышла на биржу, она еще здесь. Ее можно приобрести за очень невысокую стоимость. Баланс на вывод по ставке 1 к 4. То есть, например, баланс на вывод 8 рублей, получается 32 рубля стоимость монеты. На данный момент можно купить, и видео как можно купить. И получается бонусами. Реферальные LPC от рефералов, если не покупают, падают к вам платный аккаунт. И мои бонусные тоже, если определенное количество рефералов пришло. Но это уже сетевая структура, это уже дальше. На данный момент у нас только криптовалюта бежит, и 5% от привлеченных на бесплатный тариф появляется. Теперь, статистика кошельков. Когда у вас сетевая структура, сюда рубли автоматически начисляются, и идет, внимание, автовыплата, не надо заказывать ничего. На PayPal кошелек автовыплата, на платформе ничего не задерживается. Как только к вам деньги пришли в сетевой структуре, сразу моментально ушли на PayPal кошелек. Вот, на вывод, 1 LPC равен 8 рублей, соответственно, в 4 раза, чем стоимость была написана. То есть 32 рубля стоимость монеты, но выводить можно стоимостью по 8 рублей. Можно указать, сколько и вывести. Так, дальше. Если какой-то вопрос, нажимаете на поддержку, пишите вопросы, вам отвечают на все ваши вопросы. Я писал в 3-4 часа ночи, мне отвечали. Поэтому круглосуточная поддержка, как я понимаю. Может быть, там несколько часов человек отдыхает, но старается всегда отвечать на вопросы, давать поддержку. Теперь бонусы, это тоже сетевая структура и так далее. То есть рассмотрели. Идем дальше. Старт супербинар. Это первый пакет, который можно взять, когда вы оплатили 50 рублей. У вас открывается определенная структура. У меня она уже сейчас открыта в новом аккаунте. И, соответственно, тут можно потом пакет 2, 3 и дальше увеличивать. Это я в следующем вам видеоуроке расскажу. Мегабинар. Здесь стоит пакет не 50 рублей, 50 рублей единовременно платится. А здесь 500 рублей, здесь ежемесячный платеж. Но здесь открывается структура другого уровня. И здесь вам больше отчисления идут именно с партнеров. Тут интересно. И когда вы покупаете VIP-тариф, здесь открываются еще многие VIP-пакеты, то есть инструменты, о которых мы поговорим уже чуть позже. Дальше. Моя команда. Здесь вы можете видеть всех своих привлеченных рефералов, кто у вас есть, а кто пришел. Вот непосредственно моя структура. Мы об этом уже с вами рассматривали. Реферальная ссылка и рекламный центр. Здесь можно давать рекламу. То есть я создал одну рекламу и с внутреннего счета заплатить написал. Сейчас ждет заявка на эту рекламу. Пока показывать толком нечего. Когда пройдет, я буду записывать помимо вот этого курса дополнительные видео на YouTube, выкладывать, там найдете. Дальше тарифы. Здесь можно купить тариф ПРЭ. Здесь описание идет, что это, что он позволяет. Позволяет вам 100% бесплатно пользоваться социальной сетью. Предоставлены на тарифе Free некоторые бесплатные программы. Давайте сейчас глянем. Здесь есть инструменты, бесплатные фишки. Давайте открою и покажу, что за бесплатные фишки. Даже на бесплатном тарифе. Написано, не используйте для работы в программах основные аккаунты социальной сети, ВКонтакте, Facebook и так далее. Могут заблокировать. Итак, сборщик контактов данных из ВКонтакте. То есть здесь эта программка, она собирает данные из Skype. Вообще всех, и потом вы можете им в Skype писать. То есть какую-то группу ВКонтакте вошли в целевую, собрали Skype, и потом в Skype им пишете сообщение, что нашел вас в группе и так далее. Уже преподносите свою информацию.
Потом удаление повторяющихся скайпов. Потом восстановление скайпа. Покупка, установка и настройка удаленного компьютера. Курс по созданию рекламных баннеров Photoshop. Adobe User программка. Старскоп, раскрутка в перископе. Секрет, тизерная реклама, руководство для рекламодателя. Администратор групп ВКонтакте. То есть, ну, переходите, и здесь, соответственно, программа курса. Курс проходите администратор групп ВКонтакте. Стоимость 14 рублей, почти 15 рублей для партнеров тарифа VIP совершенно бесплатно. А, ну здесь, видите, для партнеров тарифа VIP, вот я вам показал. Вот жми, качай, данная программа или курс будет доступна после активации пакета VIP. То есть это уже на платном тарифе. Хотя там было указано, что он бесплатный, да? Но здесь видно какое-то видео есть, которое коротко об этом рассказывает. Я еще не проверял. Потом, бесплатный парсер пользователей ВК, парсер сообществ ВК, бесплатный парсер обсуждений, удаляем из друзей и так далее. Camtasia Studio 8, запись с экрана компьютера. То есть программа Camtasia, которая на сегодняшний день в интернете может стоить большое количество программ для записи. Но это, наверное, лучше. Вот, жми и качай. То есть вы берете и скачиваете эту программу. Окам, то же самое. Создание GIF-анимации, переходите на сайт. Photoshop Online, загрузка картинки, ну и далее 200 фраз продающих и так далее. То есть здесь уже много полезного, вы видите, да? И сразу увидели, чем отличается бесплатный тариф от платного, что некоторые функции, фишки закрыты, только платный аккаунт может. Ну и бесплатного здесь хватает. Зарабатывайте на тарифе Free, вы можете сразу в нескольких направлениях. Личный майнинг, социальный майнинг, вот о чем я говорю. Я хожу, работаю, денежки капают. Главное не закрывать вкладку. Потом, структурный майнинг. То есть 5% заработка на майнинге своей первой линии. Своей первой линии. То есть те, кто пришли под вами, вы зарабатываете. Те, кто пришли под них, вы уже не зарабатываете. Только те, кто пришли сразу за вами, вы заработаете. Если вы хотите заработать, кто пришли ниже вас еще, приглашение там, до 5 уровня и так далее, то, соответственно, вы должны заплатить единовременно 50 рублей. Тогда вы будете зарабатывать на всю глубину. Там, в принципе, не ограничено. Я вам потом покажу во втором уроке. Ваша первая линия не ограничена, то есть вот так вот вы можете набирать сколько хотите в ширину, по одному человеку, сколько хотите человек. Но если эти люди будут также в свою очередь приглашать еще людей, уже вы оттуда ничего не получите, если на бесплатном аккаунте. Таким образом ваш доход растет ежедневно и так далее. Тариф старт. Здесь уже поинтереснее идет. На тарифе старт можно посмотреть подробное видео, и здесь полностью подробно рассказывается, как идут начисления. 50% с продажи рекламного пакета, то есть здесь вы 50 рублей тратите единовременно, один раз, единоразовый платеж покупаете, и потом приходят партнеры. А в данном курсе они будут приходить, потому что курс смотрите вы, курс смотрят другие люди, у кого-то нет вообще денег, а у кого-то есть, и кто-то понимает, часть людей будут MLM-щики, часть людей просто понимает, как работает, я сейчас подробно объясняю, и реально рекомендую здесь 50 рублей как минимум хотя бы купить тариф. Если у вас сейчас нет, то у вас наработают расширение, что-то еще заработает, и тогда обязательно купите не такие большие деньги, но у вас откроется структура. Что будет? Если кто-то после вас покупает пакетик в ваших структурах ниже, вы получаете сразу 50% с продаж, то есть 25 рублей возвращается. И 25% счет в этой линии. То есть один, второй, третий, четвертый человек пригласил друг друга, да, и у вас четвертая линия получилась. Соответственно, как только туда попал человек, вы с его дохода 25% себе еще получаете. То есть еще 12-50 рублей. Этих получений может быть много. Но об этом чуть попозже поговорим. То есть очень эффективно за 50 рублей тариф купить. Тем более в нашем в этом курсе, где я во втором уроке буду рассказывать еще плюсы все и рекомендовать, конечно, как минимум взять вот этот тариф. На тарифе старт не обязательно ежемесячных платежей. Но есть возможность купить более дорогие рекламные пакеты. Предположим, вы собирали себе какую-то большую структуру. Есть следующий тариф, который тоже единовременный, уже 400 рублей. Там вы получаете уже по 200 рублей партнерский и 100 рублей с четвертой линии. То есть все в 4 раза больше. То есть вы попробовали, вам понравилось на тарифе за 50 рублей. Хотите продолжить, чтобы в 4 раза увеличить свой доход. Покупаете за 400 рублей и так далее. Интересно, попробовал, пошел дальше, не понравилось, все, больше платить не надо, все, вернули свои деньги. И, как правило, они возвращаются, если не ошибаюсь, рублей 300, должно вам набежать 350, как бы, ну, нормально. Несколько раз окупили свои вложения. И вот здесь размер пакета. Итак, идем дальше. Следующие тарифы. Тариф VIP. Тариф VIP, также есть видео. Здесь более уже структура другая. Здесь 10 уровней, 5% с дохода каждого. Если там один уровень, да, там 4 уровня, здесь 10 уровней, 5% дохода каждого. Одноуровневая партнерская программа, доход с каждого аккаунта или клона по 100 рублей, вообще с каждого, который под вами есть. Это как бы, ну, очень хорошо.
Ну и тут на 18 уровнях доход, неограниченное количество число клонов. Дело в том, что когда вы покупаете этот аккаунт, у вас создается под вами клон ваш, и вы с него получаете доход. Когда кто-то кого-то приглашаете, и под ним еще клон получается. Вы из того клона, из этого человека получаете. Тут система интересная, такая прям двойные там клонирования идут, и получается очень хорошо. В видео все рассказано. Также здесь открываются бонусы, которые я вам говорил. Здесь есть специальные литер-бонусы, командные бонусы. Когда вы большие структуры выстраиваете, вам помимо этого еще призы денежные или в валюте даются. И там есть и айпады, и сотовые телефоны дарят, и компьютеры, и все остальное. То есть и серьезные денежные призы. В общем, в этом посмотрите видео, почитаете дальше в промо. Здесь вам открывается сервис автоматизации Instagram, один аккаунт на 3 видах активности. То есть автоматически можете рассылать сообщения в Instagram, в Facebook. И в Фейсбуке автопостить можете с 4 аккаунтов 100 постов на период активности делать. Автореспондер. Здесь есть авторассыльщик, когда у вас куплен тариф за 500 рублей, который VIP 500 рублей в месяц. У вас авторассыльщик есть, серия заполнения в писе можете посылать. Это как JustClick, StumpPay, GetResponse и так далее. И здесь есть хостинг и 4 конструктора. То есть есть свой хостинг сайта, и есть конструктор landing page, если вам надо одностраничники делать, подписных форм, многостраничных сайтов, e-mail писем и так далее. Соответственно, здесь очень много бонусов, то есть здесь можно оплачивать этот тариф и пользоваться за 500 рублей, пользоваться соцсетью, пользоваться, у вас появится свой хостинг, свой домен, свой сайт, свой рассылщик, свои программки для рекламы автопостинга. И здесь есть обучающие уроки, сейчас я покажу. И здесь такая сложная система выплат, сейчас рассказывать об этом не буду, немножко расскажу позже в следующем уроке, чуть-чуть коснулся. Дальше инструменты. Наши инструменты. Автохостинг Instagram, Facebook, автохостинг email responder, хостинг сайтов, конструктор drag and drop, перетащил, поставил, конструктор страниц подписки, именно одностраничников, конструктор подписных страниц с формой подписки и остальное все привязанное уже к автореспондеру, который здесь, соответственно, стоит. Либо свой можете вставить, либо уже привязанный здесь. Человек подписывается, выпадает. И рекламу давать, рекламная площадка. Когда у вас идет VIP-тариф за 500 рублей, то у вас доступы сюда все есть. И бизнес-пакет можно сделать, собирать себе. Об этом можно посмотреть на данной вкладочке. Бесплатные фишки мы рассмотрели. Давайте просто нажму на инструменты. И здесь также, если просто нажать на инструменты, можно почитать. И вот посмотреть статьи об этом, что это описывается. Где-то есть видео. Промо-раздел. Это баннеры и GIF. Фото для ВК, Facebook, Одноклассники, фото для Instagram и промоушен. То есть мы переходим, если баннеры GIF откроем, здесь мы найдем GIF-баннеры по рекламе данной соцсети. Здесь есть разные баннеры разных форматов. Можете посмотреть, выбрать и, соответственно, рекламировать, какой вам нужен. Просто правой кнопкой мышки скачать, потом рекламировать. Здесь есть также, если вставляете код на сайт, ссылка кода, куда вы вставляете ссылку, именно такой код. И куда вы вставляете ссылку на картинку, реферальную ссылку. Ставите код на сайт, рекламируетесь. Также есть для Instagram и промоушен. Это у нас получите первый бонус. За что его получить можно? То есть это 3000 рублей, либо 50 долларов. Это когда в вашей структуре будет 20 VIP-партнеров. Но это мы поговорим уже в следующем уроке, когда буду рассказывать про сетевую структуру. Дальше есть инфо. Здесь можно почитать новости. Здесь база знаний очень интересная. То есть в этой базе знаний вы можете... как начало работы почитать. Здесь это идет начало работы со стороны платформы, то есть по их мнению, что нужно сделать первым, вторым, и они заходят немножко с другой стороны. Если я первым делом показал вам, как настроить соцсеть, оформить профиль и привлекать друзей, чтобы пошли подписчики, партнеры и реклама ваша, то здесь рассказывается постепенно, как еще формировать вот эту правильно сетевую структуру, как правильно зарабатывать. То есть начало работы и рассказывается про все инструменты. Есть видеоматериалы. Далее рассказывается хостинг, домен, ТЦСР, как установить, как все настроить и как работать с Facebook, с ВКонтакте, рассылкой, с Инстаграмом, работа с Ютубом, арбитраж трафика. Вот эти моменты. Но когда вы зайдете в эти уроки, часть уроков будет закрыта. То есть и на бесплатном тарифе открыты уроки, но часть их не закрыта. Сейчас у меня тариф VIP. Вот видите, данная категория содержит скрытый материал, доступный только партнерам VIP тарифа. А вы не все сможете видео посмотреть. А если у вас тарифа VIP нет? Если есть VIP тариф, то вы сможете эти материалы посмотреть. Но частично некоторые материалы совершенно бесплатно, они открываются для всех. Идем дальше. Соглашение. Можно почитать соглашение. Это документальное и политика конфиденциальности. Что касается верхнего меню. Что касается нижнего меню. Это примерное отражение тоже верхнего меню.
сбоку бокового мой кабинет. Тоже купить можно здесь валюту, когда вы нажмете, есть видео, как купить. И кто разбирается, кто ищет какую криптовалюту, на которой можно заработать, которая идет в рост, то рекомендую покупать вот именно вот здесь криптовалюту. Посмотрите, как купить. Если у вас есть деньги, обязательно приобретите эту криптовалюту себе. Я тоже приобрету обязательно, потому что она будет расти и потому что платформа хорошая, обеспечение хорошее. Я вижу, рост у нее есть. Давайте посмотрим. Дальше здесь есть финансовый кабинет. Так, я мой бизнес нажал опять. Попадаем сюда. Видите, финансовый кабинет можете нажать. То есть мы, в принципе, тут уже были. Все это видели. И, соответственно, здесь есть, сколько вы заработали всего, сколько ваши рефералы мы приобрели. Вот у меня всего там 16 человек, но я с них уже начал криптовалюту зарабатывать. Сколько всего заработали, сколько сегодня, сколько в этом месяце. И сколько привлекли рефералы. Это что касается криптовалюты. Да? Пока вы не подключили себе структуру сетевую, не проплатили ничего, там хотя бы 50 рублей, вам рубли начинают накапывать. Но как только вы проплатили еще и рубли, вам еще и рубли начинают приходить. И будут приходить, потому что партнеры здесь будут приходить, потому что будут рекламировать бесплатную подписную, на которую вы подписались. Вы также будете рекламировать, а все остальное будет делать система. Поэтому очень рекомендую взять тариф, попробовать хотя бы за 50 рублей, единоразово. Не такие большие деньги, но у вас откроется возможность заработка. В дальнейшем, если понравится, можете продлевать его, платить уже 400 рублей, в 4 раза больше зарабатывать и так далее. Но это уже на ваше усмотрение. Я, конечно, это буду делать. И тариф за 500 рублей тоже можно купить, соответственно, получать суммы немножко по другой структуре и тоже немного больше, чем на первом тарифе. Итак, дальше у нас идет три тарифа, о которых я рассказал. Моя команда, реферальная ссылка, рекламный центр и база знаний. То есть это мы рассматривали в верхнем меню. Теперь, если нажать ICO, то можно купить токены, почитать. Вот лендинг для привлечения партнеров есть. Белая бумага — это PDF фрист. Дорожная карта — это как ребята развиваются и куда они, к чему стремятся. Посмотрите, очень интересно. И промо-компания тоже очень интересно. Если мы сейчас наберем, то здесь у них, видите, промо-компания, это вот рассказывается, что может принять абсолютно каждый в этой промо-компании участие. За активность будут поощряться люди. Давайте сейчас я вернусь назад. И потом вам покажу. Давайте сразу промо и конкурс. Вот если набрать промо 1, о каких поощрениях идет речь? Вот промо 1 пошла. И вот видите, вот у скрипника 45 партнеров, ему приз уже 20 ЛПЦ. То есть 1 ЛПЦ это сейчас 32 рубля. Он 20 тысяч ЛПЦ уже заработал призом. Можете сами посчитать, сколько он заработал. Вот, например, кто-то 2 пригласил, но здесь постоянно обновляется. И здесь именно люди идут, те, кому уже идет оплата. То есть не просто партнеры пригласил, а кто купил платный аккаунт, да, и соответственно приходят партнеры, тоже платят. И вот за это, то, что люди платят, они зарабатывают рублями, они зарабатывают криптовалютой из себя, из партнеров, из со всех нижних уровней по 5%. И плюс им еще платятся в криптовалюте еще вот такие бонусы. Видите, в принципе, вот от буквально 1 ЛПЦ, 20, 70 и больше, больше, больше. И этот график постоянно обновляется. То есть, вот видите, ваше место в конкурсе 79-е мое, ваши новые активные рефералы 1. То есть у меня кто-то один тоже уже проплатил, что-то ведет, что-то делает, активный реферал, который тоже вошел в систему, и даже без моей помощи человек уже понял и заплатил, скорее всего, или 50, или 500 рублей, попал в систему, меня тоже добавили, и начну зарабатывать. Также начнете зарабатывать и вы. Поэтому я вам и объясняю, что 50 рублей заплатить, как минимум, это лучше намного, чем бесплатно пользоваться. Хотя и бесплатно здесь можно очень много чего подчеркнуть. Дальше. Заработать можно социальный майнинг, почитать, как и что это значит более подробно, как это работает и все остальное, то есть примеры, сколько можно зарабатывать. Здесь можно поиграть в игры в онлайн. И можно вот, промо-конкурсы, я вам только что показал. Это вы можете поучаствовать, соответственно. Тоже купить себе какой-то пакет за 50 или 500 рублей, приводить партнеров, соответственно, участвовать в конкурсе, попадать. И чем больше партнеров будет прибавляться, тем вы выше поднимаетесь и получаете как прибыль от них со всех уровней, так еще и вот ЛПЦ начисляются, которые можно будет выводить после 9 сентября, как нам сказали, уже на кошелек, в рублях, на Pair. И они будут у вас выходить автоматически, система их не держит. То есть, если захотите в рублях, то они раз в рубли переконвертировались и упали к вам на кошелек. Если монеты, то они, соответственно, тоже у вас хранятся, и вы видите, сколько у вас монет этих. Вы можете торговать ими на бирже, или можете их продавать, или можете просто их копить, оставить, майнить и так далее, работать с ними. Но это уже совсем другой вопрос. Мы вкратце пробежались по данному сервису. Здесь можно нажать и выйти. Еще раз подытожим. Вы заходите.
Первым делом ставите фотографии в картинку профиля, потом пишите 3 поста, потом добавляете 50 друзей, потом пишите 10 постов по группам по тематическим. После этого, если есть желание, добавляете группу, не забывайте заполнить профиль о себе. Вот после этого уже идете, берете партнерскую ссылку, соответственно, ее сохраняете, чтобы знать, где она есть. И уже тогда, после всего остального, начинаете изучать сайт, разбираться, где что. И, конечно, я вам рекомендую купить тариф как минимум старт за 50 рублей. Но почему рекомендую, покажу все преимущества, но это уже в следующем уроке. С вами был Остап Бондаренко. Встретимся в следующем видео.